Полицейские из Сургута задержали автомашину Hyundai Solaris, которую днем 4 марта преследовал экипаж ГИБДД. Иномарка не остановилась на требования полицейских. Водитель нажал на педаль газа и попытался скрыться. В какой-то момент перед патрульной машиной на улице Крылова с соседней полосы перестроилась другая иномарка. Чтобы избежать с ней столкновения, водитель полицейского авто направил свою машину в снежный кювет. Патрульное авто перевернулось, никто не пострадал. Преследуемая машина скрылась. Вечером во время патрулирования искомый Hyundai вновь попал в поле зрения правоохранителей. На сей раз иномарку и ее водителя задержали. Ведется разбирательство.